Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить с вами Пенумбра Овертюр. В прошлой серии мы пробрались в этот бункер. Мы запустили генератор. И сейчас, я не знаю, видимо, откроется какая-то дверь или что-то. Но я думаю, да, здесь бегает, кстати, собака, которую... Ну да, вон она, прямо здесь и ходит. Но она на меня не агрится, потому что, видимо, эта дверь еще не открылась. Но как только дверь эта откроется, она, скорее всего, будет на меня агриться. Целый бак с пропаном под высоким давлением. Угу. И шо? А если я его кину, пизданет? Нихуя. Ну, то есть, в принципе, этим баком я смогу убить собаку. В принципе, да? А, да. Понимаю. А я вообще что-нибудь... Швабра. А, ну метла. Я имею в виду. Так. У меня здесь ничего нет интересного. Ну-ка, заметки. Инструкция по генератору. Да-да-да-да-да-да-да. Старайтесь, мощность. Это мы все, это в принципе... Вот это тоже, что это такое? Скорее всего, шифр будет написан... Ну, то есть вот этот вот код, походу, этот код будет написан азбукой Морзе. Ну, эту, блядь, азбуку Морзе мне бы еще найти на самом деле, чтобы понять, что к чему здесь написано. В принципе, возможно, где-то на складе, где, скорее всего, открылась какая-то дверь, может, следует где-то что-то подмести и, скажем так, увидеть письмена с азбукой Морзе. Ну, я не знаю, у меня только такая пока загадка. Какая загадка, блядь? Не загадка, а догадка. О, эта штука открывается. Хорошо. Нихуя. Зачем придумали эти контейнеры, которые, блядь, открываются, а в них ничего нет? Чё к чему? Опа! А мы же здесь не были. А мы здесь не были. Так, и что тут у нас? Эти радиодетали вовсе не похожи на запасные, скорее. Их принесли сюда недавно. Ну, я говорю, это рыжие все. Обжился уже нормально. На чили, на расслабоне тусит. Рация. Ага. Этот писк идет из динамиков. Может, здесь кто-то еще остался? Ёб твою мать. Серьезно, мне сейчас нужно писать. Этот шум, не знаю от чего, но не нравится он мне. Надо взять себя в руки. Да, все, нахуй, я это вырубаю. Ой, блядь. Серьезно? Так, куда мне это все записать? Вопрос. Ну-ка, на телефон. Давай. Точка и пробел. То есть, тинь-тинь. Это точки. Это точки. Ладно, это, скорее всего, код от двери. Это код от двери. Пишем. Так. Ну? Вот, сейчас заново. Бля, это нереально, подожди. Погоди, это нихуя нереально, стопэ. Я не понимаю, просто... Я это быстро не запишу просто. Так, где это было? А где все точки? Это 5, да? Ну-ка, допустим. Раз, два, три, четыре, пять. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Так. Ту-ту. Пам-пам-пам. Это 5-7. 5-7. Сейчас заново. Сейчас заново ждем. 5-7. 5-7. Давай. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан. Пам-пам-пам. Ну? 3. 5-7-3. 5-7-3-8. 5-7-3-8. 5-7-3-8. 5-7-3-8. 5-7-3-8. 5-7-3-8. 5-7-3-8. Прием. Эй, привет. Ты меня слышишь? Это рыжий? Надеюсь, со слухом у тебя получше, чем с речью.
Тогда слушай, что я скажу. Ты включил свет в конце, в начале и в середине тоннеля, но кое-где осталась темнота. Мое сообщение помогло? Ну, ты ведь слышал такое пиканье, азбуку Морзе. Ну? Сейчас тебе надо устроить дыру в стене, там справа за оградкой. Скорее, нет времени объяснять. Честно говоря, только времени здесь и навалом, но от любопытства кошка сдохла, так говорят. Ну, я говорю. Это рыжий. Это рыжий. За ограждением справа там должна быть дыра или какой-то другой способ пробраться дальше в шахту. Тут ничего не написано, ладно. Бля, я забыл, сука, ёбаный! 5, 7, 3, 8. Так, тихо, блядь. Сука, иди сюда, блядь, собака ёбаная. Давай, 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 давай. Ага, ой, какая жалость. Ага. Давай, сука, тварь. Ну? А, блядь! Ты чё нахуй, тварь? Ну-ка сюда. У, бля, накинулась на меня, пипец. Куда она там собралась? Давай, 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 давай. Ой, какая жалость. Какая жалость, блядь. На, нахуй, говно. Тихо, тихо, тихо. Вставай, вставай, вставай. Хорошо, хорошо. Ну все, все. Умерла, да? Она не светится, кстати. Та светилась, а это не светится. Не, ну собаки это изи. Это вообще изи. Не, ну реально. Так, все, мне здесь ничего не надо. Так, и нужно взорвать, соответственно, какой-то пароход. Здесь что? Ого, этот комплекс больше, чем я думал. Чувствую себя не лучше крысы в лабиринте. Хотелось бы верить, что проживу подольше. Ага. Здесь у меня... Куда я, блин, зашел? Надо было направо, я пошел налево. Пиздец. Нет, стопэ. Не, ну если будет сохранялочка, я, конечно, сохранюсь, но по факту мне нужно... Так, погоди, обратно. Нет, там справа хотя бы нужно определиться, что справа сейчас будет. Либо дырка в стене, либо еще что-то. Что справа? И чё? Знаешь, моя память, она как изъеденная термитами деревяшка. Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Для этого нам понадобится большой металлический зверь, который пожирает землю и алкает живительного сока, что хранится вместе с другими вещами на складе. А, да? Серьезно? Да, кстати, можешь звать меня Рыжим. Это не мое имя, конечно, но ведь имена, они как пиджаки. И тут, если... Мама, блядь. Имена, пиджаки, Ну сдохни! Надеюсь, она здесь одна. Надеюсь, она здесь одна. С одной я еще справлюсь, но с двумя точно не справлюсь. Ах ты, блядь. Ну давай, чё, иди сюда. Давали бы хоть экспу какую-нибудь. За собаку. Ну ладно, это не страшно, это изи. Чё это за звуки были сейчас? Что за звуки были? Ну, может, налево тогда пойдем? И сохранялки нет, блин. Столько прошел уже, столько прошел уже, а сохранялочки-то нет? Сохранялочки-то нет. Так, ну... Блять, ну она здесь, что ли, сидит? Не, не здесь. Ёпта, блять. Ты где нахуй? Ну давай, чё, пизда тут собака. Ты смотри просто, сколько собак здесь. Все. Отточенная метода убийства собак. Хорошо. Что-то она завтыкала немножко, походу. Все? Все, понял. А, было бы лучше на самом деле, если бы вот эти вот левый и правый проход, вот сейчас вот я в левый проход зашел, да, было бы лучше, если бы они были соединены. На самом деле. Я в первых сериях говорил, что я игру эту вроде как проходил, но я вот этих вот бункеров вообще ни хрена не помню. Я что-то помню, мы были в какой-то то ли лаборатории, то ли чё.
Ну не мы, блядь, в смысле, а я. В какой-то был лаборатории. Там были какие-то то ли... Этого добра тут полно. Какого добра? Это проход. Я вообще заблудился. Были в какой-то лаборатории. Там был какой-то зомбак, по-моему. Чё-то... Ну вот рыжего я помню. Но вот это вот все, я вообще этого не помню. Чтобы я где-то что-то ходил. Так, дверь забаррикадирована, но что случилось... Фу, блин. Но что случилось с тем, кто укрепил ее с той стороны? И чё, её нельзя раскрепить как-то? Серьезно? Вообще никак. Ну вот, ну да. В этом во всем есть компьютерные игры. А зачем? Не, ну я залезу, раз игра позволяет, и как бы тут, в принципе, окей. То есть мне нужно рвануть эти баллоны? То есть, не, ну тут реально просто как бы специально... Специальный проход, специальные баллоны. А, вот я и справа вышел. Все, да, они соединенные, поэтому отлично. Так что здесь можно смело бродить и никуда отсюда, в принципе-то, и не выходить. Ну, го, походим. Го, походим. Ладно, на шифте. Я уж надеюсь, они не устают. Так тут две собаки, походу, ходило. Да, тут реально ходило две собаки. Ну и что, я думаю, тут бояться некого. Даже, что тут... Блять, нахуй. Ну-ка, где баллон? Все, сюда. Надеюсь, мне не придется таскать кучу баллонов и искать их пока... Блин, одно прикосновение баллона и минус собака. По факту. Ух ты, блять. Звук, то ли... Звук лап у нее залагал или что? Я что-то прикола просто не понял. Все, найс, померла, отлично. Отлично. Надеюсь, я другую какую-то манду не встречу, кроме собаки. Кстати, что по батарейке нормально? Да я вообще экономный. Я вот думаю, наверное, вам вообще ни хрена. Я вот брожу в темноте, вам, наверное, блин, на ютубе вообще ничего не видно. Как я хожу. Не, ну здесь-то, в принципе, светло, окей. Я постараюсь включать фонарик, потому что... Я же мод, блин. Я вот... Если какой-то ресурс нужно сэкономить, я его через всю игру пронесу, ни разу не потрачу. И... Ну, вы, в общем, поняли. То есть, тут кончается фонарик? Окей. Эти дыры в моем мозгу, они зияют все шире. Но тебе не попасть в святая святых, где хранится все самое важное. Путь закрыт. Вещество промеж моих ушей, оно так податливо, мягче прочего. Может, я не столь идеален, как застывшая картина, но мои слова верны и испытаны временем. Чума, чума нового и полушария. Посиди-ка тут в моё. Ты что думаешь, я использую тебя в своих непременно коварных планах? Насколько я вижу, наша каменная могила все ширится, а ты отвергаешь мою помощь. Будто щенок, ты радостно катаешься в собственных какашках. Надеюсь, извращенная мораль будет тебе лучшим советчиком, потому что с этой минуты только она с тобой и останется. Нихуя не понял, но очень интересно. Давайте прочитаем, сохранимся. Вещество по-прежнему не подлежит определению. Анализы химических... О, я прошу прощения. Иногда мои эмоции хуже глупых щенков, неуправляемые и пованивают дерьмом. Говорят, береженного Бог бережет, но я думаю, к нам это вообще не относится. Между ближайшей затопленной пещерой и местом, где хранятся разные вещи, есть тоннель. Второй поворот направо от закрытой двери, и ты найдешь то, что ищешь. Второй поворот направо от закрытой двери? Ладно. Вещество по-прежнему не подлежит определению. Анализы химической формулы и ксеноструктуры результатов не дали. Исследования продолжаются. Бром норма, pH 5. Амиды отрицательно, аммиак отрицательно, соляная кислота отрицательно, посульфат, сульфит и хлорат ионом.
Стандартные галлюциногены, слабая интоксикация, эксперимент приостановлен. В течение 1-2 часов большинство подопытных пострадали от обильного внутреннего кровотечения. А я через эту хрень сохраняюсь, блин. Галлюциногены, воздействующие на человека, не завершен. Исследование газообразного тумана оказалось значительно более успешным. Он состоит из безвредного соединения серы, хлора и ароматических аминов. Такой состав и обеспечивает плывущий визуальный эффект. Стоит уточнить, что термин «безвредное» в данном случае используется в ксенохимическом понимании, поскольку мы смогли определить его состав и можем принять меры предосторожности. При непосредственном вводе в организм это вещество может оказаться смертельным. Бумага с дихроматом калия, положительная реакция на серу, положительная реакция на ароматические амины. Продолжаются работы по транспортировке вещества. На данном этапе удаление вещества от места первоначального расположения вызывает радикальное изменение базового состояния, что сопровождается сильным выделением тепла. Пострадали трое рабочих, один из которых более не трудоспособен из-за многочисленных травм. После рассеивания тепла вещество теряет активность и реагирует на какие тесты. Основное предположение – нарушение целостности материала вызывает быстрое химическое разложение. По нашим оценкам, период полураспада вещества составляет около 0,4 секунды. Этот человек все еще что-то сжимает и что-то ищет, но что? Перед ним поблескивает что-то металлическое, причудливо выступая из земли. Заслонка, портал, дыра, дверь. Незнакомый текст. Что это за фигуры вокруг? Что за тайны кроются за этими лицами? А теперь появилось чувство, которого раньше не было. Хотя нет, я уверен, что оно было и раньше. Всегда. Будто малая часть меня так и осталась запертой в артефакте. Я вот говорю, блять, вот это какая-то токсическая хрень, непонятно чего и кого. А, такого крафта нельзя, да, делать? А что теперь это радио? А, ну ладно. Ну, доски. Из этой промозглой дыры наверху тянет воздухом, как и в любом... Как и в любое здешнее место, соваться туда не хочется совсем. А, это я двигаю, думаю, что за звуки, блин? И чё? Какая-то синяя хрень. Ну тут ничего не... Это все? Ну то есть как бы я просто сохраняю... Это комната типа сохранения просто, что ли? Или что? Ну ладно. Нет, самое главное, что сохранились. Ты меня уже радует. Чё здесь ловить? От закрытой двери что-то направо, второй коридор или второй там что-то. Ну допустим. Надеюсь, новые собаки здесь не заспавнились. По крайней мере, очень на это... Они пустые все, я даже их открывать, в принципе, не хочу. Для вас буду фонарик тогда включать, на всякий пожарный. Чтобы хоть побольше реально видно было. И вообще, по факту, так-то, я так подумал, вот... Чуть-чуть посмотрел свое прохождение... А тут вообще не алё, да? Чуть-чуть посмотрел свое прохождение прошлое и понял, что я реально жмочу, во-первых, фонарик, во-вторых, тут как бы светящаяся труба, там, факелы всякие, то есть как бы по факту это пенумбра, это должна быть темнота, я должен был ходить с фонарем и типа фонарик закончится, я там... Хотя он вообще не кончится, то есть я вот нормально, я его использую, вот 50... 3% забрало зарядочки буквально, это ж вообще фигня. Вот, то есть там заканчивается фонарик. Я там хожу, блядь. Информация на трубку поступает, подождите. Так вот, о чем я говорил? О том, что, то есть, заканчивается фонарик. Ты там используешь эту красную хрень, ходишь с этой красной хренью. От этого же идет атмосфера игры. Бетономешалка мешает бетон. Пила. Сюда, пила. Ксенодоклад выполнен главным ксенонаблюдателем. Так, глава. В отличие от других находок, 66Б больше походит на объект
искусственного, а не естественного происхождения. Он представляет особый интерес и требует соответствующих мер безопасности. Большая часть вещества 63 была найдена всего в 2 метрах от места залегания 66Б. Последний, по крайней мере, частично, также состоит из вещества 63 с некоторым количеством действующих дополнений. Артефакт излучает слабый свет. Энергия для освещения, видимо, неисчерпаема, что наводит на мысль о вероятности наших предположений. Разумеется, последствия этого факта очевидны, необходимые меры уже принимаются. Процесс в понимании предназначения устройства, если, конечно, у него есть предназначение в привычном смысле, идет медленно. Буквально следуя протоколу, на 7-й фазе я приписал к артефакту своего ассистента. Он пропал на следующий день. В итоге мой человек вернулся на объект из ранее неисследованных районов шахты. Предположительно, он отыскал обходной путь и избежал обвалов. На данном этапе мы можем лишь гадать о произошедшем, поскольку ассистент страдает потерей ориентации. Я далек от оспаривания решений древних, но с трудом понимаю необходимость проведения обычных научных проверок для данного особого случая. Конечно, я полон уверенности в способностях исследовательской группы, собранной и присланной сюда моим непосредственным начальником. Просто, вероятно, они были бы нужнее на основном объекте. Тем не менее, очень приятно осознавать, что действия каждого члена организации тщательно выверены и контролируются куда более мудрыми и высокопоставленными людьми. Помня об этом, я со спокойной совестью заполняю официальный запрос на дополнительные человеческие ресурсы. Мы уже потеряли несколько рабочих при непредвиденных обстоятельствах, преимущественно в ходе исследования, о которых говорилось выше. Дальнейшее изучение шахт требует добровольцев для отправки на задание. Слишком опасные, чтобы расходовать более квалифицированный персонал. Выражаясь точнее, люди нужны для составления карты системы тоннелей над 2-м объектом. А мне кто-нибудь даст эту карту тоннелей, нет? Опа, тихо. Так, проспамчик пошел, хорошо. Проспамили. А нахрена мне метла? Зачем мне метла? Ну, бетономешалка. Мешает бетон. И чё? Ну заебись. А мне идти-то куда? Ну пила. Достаточно ржавая, чтобы подумать о прививке от столбняка, и достаточно острая, чтобы пилить дерево. Нормально, допустим. Блин, рыжий, можешь подсказать еще чуть-чуть там, буквально там, ну, пару подсказок можешь запульнуть, куда мне идти? Но самое как бы кайфовое в том, что мне тут уже бояться некого. Если новые враги, конечно, не появятся. Так. Я здесь был. О, вот черт, не могу открыть эту дверь. Хорошо. Справа там должна быть дыра или какой-то другой способ пробраться дальше в шахту. Я ее нашел. Тоннель, ведущий глубже в комплекс, перекрыт решетчатой дверью. С той стороны дверь заблокирована доской. Надо ее убрать. Плотину надо заложить камнем. Камень я не дам. Кажется, я нашел хранилище, но его дверь закрыта с той стороны. Надо поискать другой путь. А, ну точно! Нам же нужно дверь, во-первых, забор этот, решетку открыть. То есть там же перекрыто балкой все это мероприятие. Бля, походу вот эти вот верхние этажи были созданы... Ну, то есть вот эти вот... Ну, это не леса, как бы... Блять... Вот эти вот проходы реально через верх, они походу были нужны для того, чтобы выедить собак. Типа как-то по стелсу проходить собак. А я взял, блядь, захуярил их этими баллонами. И чё, и всё. Так. Здесь что? Ну вот, да, здесь я был. Здесь я был 100%. Что-то от закрытой двери направо. И что? Ну вот. Закрытая дверь. Что-то он там... Или по второму направо. Сюда, что ли, куда-то? Или что? Ну, скорее всего, да. Блять, ну дырка. И чё? И чё, что дырка?
Вот эта дверь. Она закрытая, блядь. Как-то мы... Ну, это выход. Не, нихуя. Это выход. Тут тоже особо контента нет. Ну-ка, здесь-ка я похожу. Я тут на самом деле мало ходил. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, блядь, баллоны. Зашибись. Охереть. Чё за... Почему такие громадные тоннели, алё? А, так это эта дверь есть. Стоп. Чего, блядь? Так это все одно помещение, а дырка вот эта вот в стене, вот это вот. Или типа это все равно одна и та же залупа? Походу, да. Чего, блядь? Найти способ... Блядь. Как, сука? А, стопэ. А, я шпион нашел. Хуя я дебил. О, нормально. А, нормально. Ёпта, блядь. Вы чё? Опять злая собака. Злюкин, собакин, кусакин. Тупо ахтунг. Ух ты, блядь. О, мама, блядь. Я сначала испугался этой искры, подумал, это собака, а потом реально собаку увидел. Бляха-муха. Так, нужен баллон, срочно. Хорошо. Баллон есть. Зашибись. Пойдем херачить собаку. Где она? Ну? Злюкин, собакин. Ты заебешь ты, блядь. Мать моя женщина. Ну-ка нахуй. Блядь, все, мне пиздец, мне пиздец. Охуеть, блядь. Две собаки! Стоп. Это тоже сохранялки? Серьезно? То есть, я думал, я там с этими фашиками окажусь. Погоди, блядь. Надо как-то их закайтить. Иначе пиздосья. А чё ты сразу не залез? Погоди. Смотри-ка, не залазит. А вот так залазит. И чё, бля? Ладно, похер. Может сначала одну собаку бахнуть, потом вторую? Они вообще где? Во, я слышу их. Я их... Ну вон она, сучья тварь. Одна? Ёб твою мать, блядь. Ну как ты заебала? Охуеть, они меня сносят. Хуя ты меня сносишь, блядь, твари. Но они прям рядом ходят. Я здесь. Ну, и чё? Ну давай, иди сюда. Одна?
Вроде одна. Одну убьем. Просто не дадим ей убежать. Одну убьем. А потом вторую. И все хорошо. Хорошо. А вон вторая, вон вторая, вон вторая. Сейчас вторую бахнем. Блять. Звуки пиздец, как будто она прям вот подкрадывается ко мне. Тихо. Блять! Да брак с пропаном, понятно. Все? Все? Вот и все. Вот и порешали с собакинами. Отлично. Надеюсь, больше их не будет. Нет, все-таки, короче, баки с пропанами не нужны. Это просто, видимо, реально закайтить собак. Эти все постройки тупо, чтобы покайтить собачонок. Всяких. Не, реально, карты нет нихуя. Не, ну я надеюсь, что я ее найду, конечно. Так, письмецо. Второе место раскопок. Я приписан к новой группе Б. Сегодня мы первый день работаем на новом месте. Оборудование доставлено, так что начнем копать в ближайшие 4 часа. Со времени инцидента, из-за которого мы теперь здесь, накопилось много дел по определению масштаба наших открытий. Мест вроде этого много. Оно было выбрано благодаря могущественным божественным технологиям, которые совершенствовались древними на протяжении многих поколений. Уверен, что их мудрость и наши собственные сейсмические технологии обеспечат небывалый успех, а наше открытие хорошо послужит всей организации. Фаза 1. Пока что работы ведутся медленно, однако Новый год наверняка принесет. Так, короче, блядь, что-то неинтересная какая-то хуйня, если честно. Раскопки объектов, Б, еще пару циклов назад, запись в качестве... Так, ага, ебать, да ну, читать это, сидеть, блядь. Вот фаза 50. Это моя последняя запись в журнале «Зоны раскопок Б». Последние события вынуждают нас свернуть работы. Мы потеряли несколько человек из-за нападения организмов, обитающих в пещерах. Моя группа вынуждена забрать все транспортабельное оборудование и документацию и покинуть это место, бросив все остальное имущество. Атаки этих существ становятся все результативнее. Следующая начнется всего через несколько минут, поэтому надо спешить. По иронии судьбы, звуки, о которых сообщали, начиная с ранних этапов раскопок, все еще слышны, только теперь они больше похожи на смех. Что за чертовщина? Что творится за чертовщина? Они раскапывают... Так, это выход. Они раскопали газ. Они раскопали вот эти вот артефакты, через которые я сохраняюсь. Мне кажется, ли я назад, блядь, вышел просто-напросто? Кажется, оттуда можно пробраться глубже в шахту. Погоди, так я же не все, по-моему, исследовал, или все уже? Погоди. Так, ладно. Сейчас я просто пробегу, ну мало ли что-то я не заметил, там какой-то проход может. А то тут столько забаррикадированных дверей. Или может они как бы не играбельные, эти двери? Может они просто как типа... Просто стоят и стоят? Мне кажется, да, это просто пустая зона, то есть здесь же вход был. Да, здесь вход. Ну и все тогда, погнали дальше. Окей. Не будем, короче, блядь, выебываться, просто идем по сюжету. Отлично. Нашли вот эти артефакты, через которые я сохраняюсь. Люди, типа, сходят с ума, я так понимаю. Розетка для больших мальчиков. Ага. А я не слышу теперь вот это вот... Двери за ней вздымается нечто огромное, нечто ужасное. Оно бьет человека, сбивает его с ног, а все остальное исчезает в темноте. Слышится крик, но отец стоит и смотрит. Неужели он вызвал эту тварь? Отец, что ты наделал? Похоже, этим штукам можно доверять. Я пользовался ими и остался жив, но все-таки зачем они? Для чего? Сейчас бы доверять, блядь, каким-то нахуй артефактам, которые тебя сохраняют. И видения какие-то насылают на тебя. Ну, конечно, блядь. Так, этот бур, короче, прохерачит
стену, я правильно понимаю? Что, включаем, как говорится, в розеточку, да? Делаем вот так. В смысле, блять, электро... А, молчу. Я сделал заметку в блокноте. Бурильная машина, нужен ключ зажигания. Блять. Я что, ее двигать могу, что ли? По виду этот завал посвежее других обрушений. Некоторые камни слегка выступают из общей груды. Ну, груды я имею в виду. Какой нахер ключ зажигания? Погоди. А мне куда воткнуть? Ты че? Ну-ка не шуми. Ключ зажигания. Вот сюда что ли вставить? У меня нет ни хрена. Да. И что, искать ключ зажигания? Че, мне отсюда уходить или... Или я где-то здесь найду ключ зажигания? Идей пока нет. 45% заряда. Нашел хранилище, но дверь закрыта с той стороны. Надо поискать другой путь. А, хранилище. То есть нужно открыть хранилище, и, скорее всего, там будет ключ зажигания. Нужен ключ зажигания. Ну да, понятно. Ну все, типа, я отсюда ухожу. Ну ладно, допустим. Ой, кстати, превьюшку надо, наверное. Вон бурильная машина. Опа. Все. Превьюшка есть, найс. Найс плюс найс. И что, мне просто вот бежать обратно? Ну-го, еще раз тогда здесь все обшастаем. Мало ли. Здесь еще будет какой-нибудь проходик. Проходик. Все-таки в них, в некоторых, лежит лут. Ой, ну серьезно, теперь реально все обыскивать. Ну открой дверь. Нихуя. Ну допустим. И че? О! Он, кстати, прыжками очень быстро дышится. Типа, то есть вот я иду, да? Вот я бегу. И когда прыгаю, он как бы вот так вот прыгает. То есть, типа, раз, перепрыгивает как будто. Такой раз, подскочил. То есть, по факту, и когда он ускоряется, он еще, типа, быстрее. То есть, прыжками тут, походу, реально быстрее передвигаешься. Тут прыжками быстрее передвигаешься в натуре. Так, нихуя. Здесь ничего нет вообще. Допустим. Как пробраться в хранилище? Вопрос. Но это основной проход. Окей, это основной проход. Терпеть все эти ящики ебаные открывать. Как пройти в это хранилище? Это действительно вопрос на засыпку. Блять. Ой. Ну вы чё? Рофлите. Там что-то было, или я ебанулся уже? Взял бетономешалки и испугался. Не, нихера нет. Но я бы угорнул, если бы было. Я бы очень сильно бы ругался, наверное. Очень сильно бы ругался. Так, все, мы отсюда, из этой дырки, не выходим. Мы обследуем сначала вот эту всю зону с дыркой, а потом зайдем туда и там все обшастаем. Но пока так. Пока так.
Ой, тихо, вот. Да, не могу открыть эту дверь, допустим. Теперь иду сюда. Здесь у нас что? Такое чувство, что нихуя. Может, рыжему позвонить? Понятно. А это что за дверь? А. Ну, бля, ну здесь же нихуя никаких ключей не будет. Правильно? О! Чего? Очень похоже на тоннель, ведущий в хранилище. Ну, как же до него высоко? Бля, ебать, я случайно нашел. О. А сейчас звук этот есть. Как к нему добраться? Погоди. Ой, тихо. Так нет, теперь-то хочется ведь соваться. Теперь ведь соваться хочется. Так. Допустим. Ну неспроста же здесь эти ящики, правильно? Я думаю, да. Так. Сейчас повешаем. О! К добру или к худу. Но теперь можно попробовать забраться в горловину этого тоннеля. Но стоит подняться повыше. Ну, блядь. Сейчас поднимемся повыше. Проблема, что ли? Бля, он не поднимается. Погоди. А, ну в принципе можно вот так вот сделать, да? И... Вот так. А этот пододвинуть, короче. Вот, тут же подъем есть плавный? Есть. Все, вот, все нормально. Сейчас поднимемся. Ничего страшного. Тихо, тихо. Опа. Оп. Хорошо. Я упал, по-моему, но нормально. Загрузочка идет. За что? Опа. И чем я думал? Теперь ползти через эту... Так, ну понятно, короче. Вот и ответ. Такого я еще не видел. Эти яйца похожи на кладку амфибий или насекомых. Но кто мог отложить такие огромные? Блять, кто-кто? Пауки, пиздец. Ох, блять. Ай-яй-яй. Охуеть. Мне показалось, сука, или они быканули? Фу, ладно, ребят, надо уже на этом заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Но мы с вами встретимся в следующей серии Пенумбры. Истоки зла. И на стримах. Всем пока.